Ladies and gentlemen, welcome on behalf of the organization of the Moscow Grand Slam 2014 of the first women's semifinal. Добро пожаловать, друзья! Ladies and gentlemen, welcome! Доброе утро, дорогие друзья! Мы приветствуем всех болельщиков. Мы начинаем этот день. Ваши аплодисменты и все! Presentation of the referees and the teams. The first referee from Russia. Please welcome Mr. Roman Alexiev. Ваши аплодисменты. И мы приветствуем второго судья матча. Second referee. Giovanni Bake, Южная Африка. Дорогие друзья, ваши аплодисменты, участники этого матча. Первый выходит на площадку команда Соединенных Штатов Америки, USA Team. Игрок номер один, number one, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, Эбрил Роуз. Игрок номер два, number two, трехкратная олимпийская чемпионка, And now, ladies and gentlemen, we'll introduce you the team wearing the blue tops and representing the Netherlands with the number one with four gold medals in her career. Please welcome Marleen van Iersel. And now, with the number two partner, the gold medalist last year in Argentina, the Corrientes Open, Madeleine Medvedev. Ну что ж, дорогие друзья, важнейший матч для обеих команд. Сегодня у нас вот такой великолепный финальный день. И в первом матче команды Соединенных Штатов Америки и Нидерландов. Поддержим. Давайте начнем матч. Просто все общие аплодисменты. Here comes the first bomb for the Netherlands. Marleen van Iersel. 1-0. Ball out. First point for the United States of America. Serving the FIVB hero. Kerry Walsh. By the Olympic silver medalist, April Ross, 2009 world champion, 2-1 USA. Americans. Second point for the Netherlands, Madeleine Meppeling. Ball in the corner, ball in. First at 3-2 USA. Peter Bass, the shot. We all 1 point to switch. Bravo, Kerry Walsh. 3-3, side switch. Итак, друзья, мы поддерживаем первый матч. Две великолепные команды. Одни из самых титулованных команд в мире и в Европе и в мире. Продолжим, друзья. Команда Америки. Кто у нас болеет за них? И аплодисменты болельщикам команды Нидерландов. Кто у нас поддерживает команду из Голландии? Hey!
команды Нидерландов здесь. 4 на подаче. Мадлен Флинк. Друзья, и на подаче Марлен Ван Ерс. Хорошая игра на блоке. Браво, браво! Давайте аплодировать. Кто у нас болеет, поддержите не только каждый свою команду, но и, конечно, красивую игру. Это пляжный волейбол, тем более женской командой. Алле-алле! Межплощадка. 6-7. Трехкратная олимпийская чемпионка Кэрри Уолш на подаче, ну и кроме того, двукратная чемпионка мира. Сравнивает счет Кэрри Уолш. 7-7, смена сторон. Сайд свитч. Serving for the USA, three times Olympic champion, double world champion, Kerry Walsh. An accurate angle shot. They've been playing for USL. He's been playing since 2005-87. Madeline Mepperin will now serve. Got a silver medal here together with Jennifer Kessy in Moscow in 2010. Gold taps in reception by Marilyn Mepperin before he made his way out. Point for the USA. USA take the lead 9-8. With three gold medals recently at the Fuzhou Open in China, Sherman Grand Slam, and the Sao Paulo Grand Slam last year. Here's the Dutch. We just play a couple of tournaments together before coming to Moscow 9-10. Madeleine Van Ierschot. The Americans 2 points up is Kerry Walsh serving. Ball out of bounds. 10-11 side switch and technical timeout with all of you, the showtime with the Sunny Girls. Para 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 bere 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 para 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 bere 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 para 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 bere
первый выход на мокрый песочек наших девчонок Sunny Girls. Это группа поддержки из России. И две команды, Америка и Нидерланды, на площадке продолжают этот матч. Друзья, команда Нидерландов, чемпионки Европы нынешнего сезона 2014. И кто у нас поддерживает команду из Голландии? Неплин. Два очка впереди команда Соединенных Штатов Америки. Эприл Роуз, серебряная медалистка Олимпийских игр в Лондоне и чемпионка мира 2009 года. Итак, друзья, череда неудач у команды Нидерландов. Счет 3 очка разница. Нужна поддержка команды Голландии. Подача команды USA. Команды Голландии 10-14. Итак, дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на этом великолепном матче. Это первый матч, и на самом деле страсти будут только накаляться, потому что на кону стоит выход в финал. Победившая команда сыграет сегодня за золотые медали, проигравшая за бронзовые. Но и финальные матчи также будут полны страстей, потому что каждой команде хочется встать на пьедестал почета. Итак, друзья, два ближайших матча играют женские команды. И в первом матче мы с вами поддерживаем команду США и Нидерландов. Во второй встрече сыграют команда Испании Лилиана и Элза Бакавидзе с командой Бразилии Даяна Лима Талита. Это второй матч Бразилия-Испания. Но пока первый сет, впереди команда США 14-10. Кто у нас болеет за команду Соединенных Штатов Америки? USA! Ну и поддержка, конечно, Голландии! Hey! Итак, друзья, 11-14. Мне кажется, все-таки болельщики влияют на эмоциональное состояние игроков. Конечно же, мы поддерживаем, и это очень важно. Будьте активней! Аллей! Besides which, and now we see Walsh and Walsh leading by 4 points. When the serve goes back to the current European champions, Malik van Iersel and Madeline Meppeling. That defender that was hit by April Ross. USA 5 points up. One of the new partnerships this year in Beach Volleyball. A successful one. Already European champions after just a couple of events, Van Iersel and Meppeling. Go, go, go.
Sessions of Madeline Maplin. Sergeant for the USA, Kerry Walsh. Here we was with 44 gold medals at the FIVB World Tour. 3 Olympic golds, 1914. And now, set point for the USA. Down we go for that. Set point, Commander Sasha. Clap your hands, Apollo Spenti. Ball out for a set for the USA, 21-14. Так продолжается этот матч. Первый сет выиграла команда Соединенных Штатов Америки. У нас с вами музыкальная пауза. Друзья, выше ладошки, громче аплодисменты. Sunny Girls! Еще одна женская команда! To all our internet viewers, that the second semifinal will be the one between Spain and Brazil. Talita and Diana will play against Lily and Elsa. Итак, друзья, начинается второй сет на табло 0-0. Давайте поаплодируем двум командам. Команда Нидерландов и команда Соединенных Штатов Америки. Алле! Пожелаем удачи обеим командам. На кону выход в финал. Первый мяч неудачный для Нидерландов. Команда Соединенных Штатов Америки продолжает игру. Эприл Росс. Красивая, мощная атака, болельщики! Алей! 1-1. Быстрый темп и, конечно, эмоциональная борьба. Надо поддерживать, друзья, еще. Вот так еще мы поддерживаем Мэтли, Мэтли. Отлично. Атака и подача. Нидерландов 2-2. Thank you.
Ау. Итак, 4-2. Второй сет, друзья, может стать решающим для американской команды и шансом для команды из Голландии. Поддержите команду Нидерландов! Вот такая помощь болельщикам в команде Голландии. Счет 3-4 с минусом. This last week's win 4-3 for the USA. Now, serving for the Netherlands is Madeleine Mappelink, 3-4. Andrew Ross and Terry Walsh, both players living in California, USA, 5-3. The European champion puts the Netherlands just 1 point behind. Ball at the net. 7 tournaments together. April Ross and Kerry Walsh. Four and Fanius and Mappelink together. 5-6. Another lane. Without hesitation, April Ross comes up with 0.75. Celebrating that point is 6-7. Serving for the Netherlands, Madeleine van Gisel. Bravo, that was just for the president, Mr. Shah, Netherlandia. Side switch, 8-6. Итак, дорогие друзья, пока отрыв еще не явный, давайте поддерживать команду Голландии, команда США! Мяч в площадке! Вот такой он мяч, у него уже плюс 3 очка преимущества команды США и... 9-6, это же второй сет. Есть, есть, запал у наших болельщиков. Музычка ладошками. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Это уже отрыв. 3 очка преимущества. Команды такого уровня догнать, обойти непросто. Добро пожаловать на полуфинальный матч этапа мирового тура Moscow Grand Slam. Набирать очки. Дай ему.
Тайм-аут берет команда Нидерландов 7-11. Итак, друзья, напоминаем, что два матча женские команды сыграют в полуфинал. Затем две игры сыграют мужские команды. В первой игре выйдет на площадку команда России. Красильников, Семенов, они сыграют с командой Италии полуфинальный матч. Италия является, эта команда является чемпионами Европы нынешнего сезона, так же, как и в первом матче у женских команд, команды Нидерландов. И будем поддерживать, друзья, будем поддерживать наших ребят сегодня. Я надеюсь, что и погода позволит, и, конечно, разомнемся на двух матчах женских команд и вполне сможем вместе с вами сыграть достойный матч в этом полуфинальном матче с командой России. Итак, болельщики на трибунах, команда России здесь или нет? Вы здесь, болельщики? Хе-хей! Продолжается эта игра. Еще раз делим наших болельщиков на группы фан-зоны. Команда Нидерландов! Команда США! Уверенный отрыв команды Америки. Болельщики американской команды USA Team Fans. И, друзья, с отрывом 5 очков 13-8 команда Америки уходит на технический тайм-аут. И пауза у нас. Ее заполняют наши девчонки Sunny Girls. Есть уже кто готов танцевать? Аллелы! Thank you very much, Sunny Girls! Back in the game with the USA in the Netherlands when we inform you once again that the second semi-final, which will follow, will be played by Brazil and Spain. Serving for the USA, April Ross. Yourself. 26 years of age. The flat serve went out of bounds. 49 serving. Kerry Walsh. Played her first Grand Slam back in 2001. Point for the Netherlands, 10-14, Madeleine van Niersen. This is the ball away from Madeleine van Niersen. April Ross, Olympic silver medalist in London. 1-5, 1-0. USA. Ball
serve for the USA, according to the first referee, Mr. Alexei from Russia. It was not due to the fact that the ball went out of bounds. There were four hits. Four hits. Point for the USA, 16-10. Makes it 11-16. 1 point to switch. Now we go for that. Most applaudissements. Раз, два, раз, два, три. The European champions make the 12-16 side switch. Продолжается игра, друзья. Очень-очень важный момент. Поддержите команду Нидерландов. Но надо еще поддерживать. Вы видите, что уже опасный отрыв команды Америки. Подтянет ли команда Нидерландов этот сет? Надо помочь. Все равно, давайте поаплодируем. Браво, браво. 18-12 тем временем на табло. И команда Соединенных Штатов Америки практически близка к развязке и окончанию этого матча. Поддержите. Концовочка этого сета. Еще. Кто у нас поддержит команду? USA! Красиво, умно, хитро. Это Мэтлинг. Продолжит борьбу команда Нидерландов при поддержке болельщиков команды Голландии. Еще не все. Поиграем дальше. Болельщики команды Голландии, давайте активнее. Концовочку вместе. Students eyes, USA, the Netherlands, 16-19. And the ball is in now. Ladies and gentlemen, attention please. Set. And match point for the USA. Set. Match point. США. Applausimenti. Раз, два. Раз, два, три. So the match point saved by the Netherlands. The noise said the match point, Sasha. Second set, the match point for the USA. Serving for the Netherlands, Marlene van Iersel.
Дамы и господа, аплодисменты команды из Голландии. Big applause for the Netherlands. They will play for the bronze medal. Marley from Israel and Marley Maple. Сейчас, дамы и господа, аплодисменты команды США.